К слову, портал госуслуг помогает не только в получении документов, но и дает возможность попасть на прием к врачу, минуя очередь. Отметим, что по указу главы республики и Министерства здравоохранения в поликлиниках Якутии ведется плановая работа по автоматизации рабочего процесса для улучшения доступности и качества медицинской помощи. В том числе устраняют необходимость стоять в очереди. Сегодня есть несколько вариантов для записи к врачу. Один из них через региональный портал госуслуг. Записаться также можно через приложение для смартфона, единый колл-центр, Инфомат, терминал самозаписи, либо по телефону. При явке в поликлинику не нужно занимать очередь в регистратуру. Карточка уже будет у врача. Меняется режим работы некоторых учреждений, проводят ремонтные работы. Например, в первой поликлинике Якутска некоторые анализы можно сдать до 5 часов вечера. На каждом этаже организован центр поддержки пациентов. В будущем в поликлинике отремонтируют санузлы и полностью запустят колл-центр. С 2014 года наша поликлиника в числе первых внедрила информационно-медицинскую систему в свою работу. И, значит, с этого года мы также интегрировали к медицинской информационной системе лабораторную информационную систему. То есть пациент, во-первых, уже, значит, в плане электронной очереди уже записывается в регистратуру, необходимости стоять в живой очереди уже нет, это раз. И имеется возможность 5 способами записи в нашу поликлинику.